Всем привет! Сегодня будет короткий обзорчик проекта Rich 4X. В нем я уже участвую четвертый или пятый день. Проект платит по 5,5% в день. Вот. Ну, это обычный проект облачного майнинга, просто здесь достаточно хороший процент. В других проектах есть по 2,5%. Этот проект выводит по 5,5% в день в TRX. Вот, смотрите, я здесь, получается, сейчас посмотрим. С 5 числа, вот, за регистрацию здесь дают 1770 трон. Соответственно, 100 пробных тронов я сюда внес. И пошел сразу вывод, вот, как видите, вывод. Вот он по 5 выводил, за рефералов здесь выводил. Вот опять по 5, это то, что мне падает. Получается, по 5,5 монет в день, вот, я их постоянно вывожу. Ну, то есть проект работает, проект платит. Многие увидел то, что вы по нему регистрируетесь, вносите депозиты. Как бы решение оно правильное, но большие депозиты тоже не вносите. Всегда, я думаю, понимаете то, что у таких проектов будет рано или поздно срок годности их исчезнет. И нас просто всех с вами побреют. Вот. Но пока проект работает, оснований для того, чтобы нас с вами брить, нету. Они только выделяют деньги в маркетинг, активно проплачивают все это. Вот у нас уже 25 человек зарегистрировалось, кто-то уже распространяет свои ссылки также активно друзьям, родственникам. Ну, не знаю, кто чем владеет, так скажем. Вот. Надеюсь, вам все тоже платится. Все выводится, как бы я вам уже показал. У меня вот на балансе трейд 251. Тут есть еще одна интересная вкладочка трейдинг. На нее нажимаете, и вот здесь каждый день забираете эти монетки. 168 TRX, 151 TRX. Для чего они? Пока вот не могу никак разобраться. Пытаюсь связаться с админом. Вроде нашел его контакт. Их контакты, их не команды. И, соответственно, буду задавать ему этот вопрос. Потому что они на баланс капают, а выводится процент 5,5 именно от суммы депозита, который ты внес. Вот, заходи сюда, чтобы было ощутимо, рекомендую, ну, баксов со 100, ну, и не более там 300-500, опять же, смотрите, то есть для кого какие-то деньги, там, для кого-то 300-500 потерять, ну, ничего значительного такого не будет, там, у него 1%, 2% там уйдет, да, по общему портфеля, а для кого-то это будет вся котлета, поэтому, соответственно, для кого-то вся котлета, сюда входите, там, может, на 50, там, долларов, ну, и то, если, опять же, не жалко, то есть возможность прогореть все есть, но пока все работает, все платит. Для того, кто еще не принял участие, переходите по ссылочке, я вам оставлю на этот проект, ссылка будет в описании. Регистрация простая, вводите ваш номер телефона, пароль, вам, соответственно, приходит код проверочный на телефон, вы его вводите уже непосредственно на этом сайте. Попадаете на главную страницу, вам дадут, как и мне, каждому, кто зарегистрируется, дадут 1770 TRX, это вот первая транзакция была, сейчас я вам ее еще раз покажу. Вот она. Каждому за регистрацию дают эту сумму, которая уже будет на балансе. Вот. Переходите по ссылочке, регистрируйтесь, попадаете в такое окно. И для того, чтобы сделать депозит, минимальный депозит здесь от 5 TRX, ну это как бы для того, чтобы просто попробовать систему на вывод, на ввод, как бы, ну, вот рекомендую начать с этого. Далее, когда все поймете, то, что все платится, ну, соответственно, сумма входа должна быть другая, потому что с 5 TRX, ну, сами понимаете, это не то пальто, много ничего не заработаете. Если долларов 100 вкладываете, 5,5 долларов в день, 150 долларов в месяц. Месяц, другой, третий проект еще 100% проработает. Поэтому, ну, советую вам тоже принять участие, опять же, только с головой. Ну, для того, чтобы сделать депозит, входите во вкладочку «Депозит». И, соответственно, копируйте здесь этот адрес, на который нужно будет переводить монетки TRX. Я в своем случае перевожу с Binance. Соответственно, захожу на Binance, спотовый баланс, где у меня хранятся монетки TRX. Выбираю их, нажимаю «Вывести», выбираю «Сеть TRX», чтобы была меньше комиссия. И, соответственно, ввожу этот адрес. Ввожу количество, которое монет TRX я хочу, чтобы у меня сюда пришли. Соответственно, после того, как на Binance нажали то, что все, оплатили, ввели все пароли, у вас транзакция высвечивается то, что она успешная. Заходите опять на этот сайт и нажимайте вот эту красную кнопку. Это перезарядка для того, чтобы монетки у вас оказались на этом сайте. Вот, у кого какие будут вопросы, также оставлю ссылочку на нашу телеграм-группу «Криптобухта». Там мы, ну, рассматриваем какие-либо новые аирдропы, тестнеты. Такого проекта рода облачные майнинги. Вот, может быть, у кого-то будут вопросы по проекту, заходите в нашу группу, будем всегда вас рады видеть. Ну и, соответственно, чем можем, тем поможем. Там у нас
люди, так скажем, ну, есть кто разбирается в криптовалюте, есть новички, то есть видеть будем всех рады. Также, кто не подписался и кому не сложно, нажмите, пожалуйста, подписаться кнопочку на YouTube. Сейчас это очень важно, несмотря на то, что отключили монетизацию. Ну, как бы, если вам это не сложно, буду очень рад. Всем хорошего дня, с 9 мая побед и хорошего профита.